Сюда накручивается педаль. И, соответственно, вот здесь стоит подшипник. А вот эта штука, она стоит просто на валу. Она пластмассовая. То есть вот здесь вот стоит вот такой вот пыльничек резиновый. Вот он здесь грязный. Потом можно немножко протереть. Но как бы вот этот вот пыльничек, он защищает всю грязь, которая попадает под вращающуюся часть педали. И вот эта штука вращается и крутится. И да. Таким образом получается что? Что когда вот тут все изнашивается об стальную каленую педаль, ну, как бы все. Это нормальная ситуация, это же Шимано. То есть они сделали нормальную втулку скольжения. Вот, так вот называется. Да, патенты, видите? Вот, вот эта вот модель. 320-я. То есть просто втулка скольжения. То есть, и главное, пыльник есть. Если пыльника не было, можно было бы помыть. А поскольку пыльник есть, туда больше грязи набивается, оттуда ничего не вываливается. Я шучу, конечно, но смысл понятен. Значит, вот так вот выглядит у нас чистая шимановская смазка. Смазка. Так вот выглядит у нас ось. В сборе. В сборе, да, вот она люфтит. Это не показательно, но рукой. В общем, короче, вот это хлам. Советую покупать что-нибудь китайское. За 200 рублей педали, они будут лучше работать, чем вот эта вот херня. Да, и там выработка идет. Вот она изнашивается здесь, начинает люфтить. Ну да, и надо, соответственно, покупать новую втулку. А они отдельно, наверное, не продаются. Или продаются. Я не видел никогда. Понятно.